лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце прощай, мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Герцог, нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай, снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Я несколько лет назад спела эту песню в Питтсбурге. На всю жизнь запомнила этот город, потому что там я сказала так. Я сказала, кто найдет хоть одно слово, доказывающее, вот глагол я имела в виду, да, что я пошел, я поехал там, я сказал, доказывающее, что песню поет мужчина, подарю полное собрание своих дисков. Какой начался ажиотаж среди мужчин, скажу я вам. Женщины это они по-честному вот признали, что нет там такого слова. Значит, а мужчины один сказал, я нашел слово, доказывающее, заметьте, в скобках, да, что песню поет мужчина, песня исполняется от мужского лица. Он говорит, Домбай. Другой говорит, а я нашел фразу. Ну, реакция, да, вот как у вас сейчас, всего зал. Другой говорит, а я нашел фразу, правда кончается март. То есть это доказывает, что песню поет мужчина. Третий уже от отчаяния, видимо, сказал, а в этой песне настроение мужское. Что это такое? До сих пор не могу понять. В конце концов, значит, стала женщина, так вот оглядела этот зал, сказала, слушайте, ну имейте совесть, это вообще женская песня, ну что вы вот тут, это абсолютно женская песня, потому что вы можете себе представить мужика, которого отпустили в горы там полазить, походить, неважно, и ему вот все это быстро надоело, и он говорит, ну да все уже, да хватит уже, да пошли отсюда, да? Невозможно представить, это только женщина может сказать, что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Это женская песня. Мне очень понравилась эта версия. Ну, в общем, на самом деле, действительно, нет ни одного слова, не позволяющего женщине эту песню спеть.